Беспокоит боль в шее? Чувствуете напряжение? Усталость? Часто бывают головные боли? Тогда это видео для вас. Меня зовут Оксана Рогелин, я йога-терапевт. На моем канале я помогаю людям быть здоровыми и красивыми. Я покажу вам сейчас 3 упражнения, а 4-е будет бонусное, самое эффективное и крутое, поэтому досмотрите до конца. Итак, мы начинаем выполнять упражнения. Сидим в простой позе йога, в ситхасане, левая пяточка к себе, правая нога свободна. Или же вы можете сесть на колени. Вдох. С выдохом мы кладем правую руку на левую сторону шеи и вытягиваем голову, тянемся вон туда, назад, как бы в угол дальний, наискосок, чтобы почувствовать вот здесь мышцу, чтобы почувствовать вытяжение передней поверхности шеи. И вы прям ее должны увидеть даже, если вы встанете у зеркала, вы увидите эту мышцу. Очень часто эти связочки, они пережаты вот от этого постоянного нашего сидения, пользования соцсетями, и нам нужно их вытянуть. Тянитесь за левой рукой, вот туда, вперед, за головой тянемся назад наискосок, чтобы вытянуть всю эту поверхность. И прям можете положить руку на эту мышцу, вдох, выдох, расслабьтесь. Плечи опускайте вниз, еще вдох, выдох, и еще вдох, выдох. Исходное положение делаем то же самое на другую сторону. Вдох, с выдохом мы тянемся за макушкой туда, в диагональ, правой рукой тянемся к правому колену, чувствуем вытяжение этой мышцы, кладем руку на нее и 3 цикла дыхания. Опять же, фокус на мышцу. Вдох, выдох, вытягиваем. Тянемся еще больше за правой рукой вниз, вправо, за макушкой, влево, назад. Чувствуем вытяжение. Еще вдох, выдох. И еще вдох. Выдох. Хорошо. Следующее упражнение. Мы садимся. Я сяду к вам боком. Делаем замочек руками. Вытянув руки вперед, скрестив их, берем их в замок. И далее начинаем делать скругление в грудном отделе, тянуться вперед за руками и копчиком как бы вперед и назад. Тянемся позвоночником, скругляем всю-всю спину. Выдох. И здесь 3 цикла дыхания. Вдох. Выдох. У нас часто зажимается задняя поверхность шеи, и нам важно вытягивать эту зону. Вдох. Выдох. Расслабляйтесь, вытягивайтесь. Еще вдох. Выдох. Выходим в исходное положение. Прокрутите плечи, вдох, плечи вверх, назад, выдох. Следующее упражнение – это скрутка грудного отдела с вытяжением. Мы кладем правую руку на левое колено, делаем скрутку, смотрим как можно дальше глазами за спину и вытягиваем левую руку назад. Доводите до того положения, где у вас есть натяжение, есть ощущение, но нет какой-то жгучей боли. И здесь остаемся. Вдох, выдох, еще больше. Смотрите дальше за глазами. Я расскажу чуть позже, почему так важно смотреть именно как можно дальше глазами. И расслабьтесь. И в другую сторону мы сидим. Левая рука на правое колено, вдох, с выдохом тянемся за правой рукой назад как можно дальше и смотрим глазами тоже как можно дальше. Вдох, вытягиваем переднюю поверхность шеи, вытягиваем переднюю поверхность грудного отдела, выдох и еще вдох, выдох, расслабьтесь.
А когда мы много сидим за компьютером, смотрим только в одну точку перед глазами и не смотрим в бок, наша шея тоже становится как бы зажатой, все мышцы зажимаются. Нам очень важно для нормальной активности смотреть как можно дальше в сторону. Даже гимнастика для глаз помогает улучшить состояние шеи. И есть исследования, которые об этом говорят. Поэтому вот в этих упражнениях смотрите как можно дальше. Мы ложимся на живот в позу сфинкса. Сфинкс – это поза, в которой наши локти под плечами, руки, предплечья параллельны друг другу. И вот сейчас провалитесь, полностью расслабьтесь. Расслабьтесь, как будто бы вы тряпичная кукла. А сейчас с выдохом мы поднимаемся, то есть отталкиваемся локтями от коврика и одновременно поворачиваем голову влево, как можно дальше, и смотрим как можно дальше глазами. Вдох, опускаемся. Выдох. Опять отталкиваемся локтями от коврика, поворачиваемся вправо, смотрим вправо глазами как можно дальше. Вдох, опускаемся, расслабляемся, еще повторяем. Выдох, оттолкнулись руками от коврика как можно сильнее до конца, повернули голову, смотрим влево. Вдох, расслабились, выдох, оттолкнулись руками от коврика, повернули голову одновременно, смотрим вправо как можно дальше. Вдох, расслабились. Это упражнение называется протракция и помогает не только расслабить мышцы, но и привести в нужный здоровый тонус необходимые нам мышцы, потому что шея часто болит, когда наши мышцы не могут держать голову, они устают, то есть они не сильные, нам нужно их укреплять в том числе. Хотела с вами поделиться личной историей. Я провожу ретриты, йога-ретриты, и на один из ретрит приехала женщина, у которой трое деток. Она проходила мои курсы по восстановлению после родов. Это йога-практики на 20 минут в день. И она сказала, она пришла на мои курсы, чтобы убрать живот, и вообще не думала о том, что каким-то образом йога может помочь от головной боли. А сейчас, друзья, внимание! За один месяц занятий со мной у нее не только ушел лишний вес, живот, она избавилась от мигрени, которые ее беспокоили годами. Она делала просто 20 минут практики на коврике. И это ей помогло. Почему? Потому что йога помогает улучшить кровообращение во всем теле, особенно помогает улучшить кровообращение в шейном отделе. Для вас, я думаю, это будет большой мотивацией заняться своим телом на ежедневной основе, выполнять комплексные практики, которые у меня есть на канале. Подпишитесь обязательно. На самом деле, если у вас болит шея часто, то, скорее всего, это не единственная проблема, которая вас беспокоит. Возможно, у вас бывают боли в поясничном отделе или, может быть, прострелы в области ягодицы, боль в седалищном нерве. От этой проблемы у меня есть специальный ролик. Можете перейти по ссылочке, оставлю вверху подсказку. Там я тоже дала суперэффективное упражнение от боли, поэтому от всей души рекомендую вам посмотреть этот ролик. С вами была Оксана Рогелин. До встречи в новых видео!